Тебя уже. 3, 2, 1, поехали. Four, three, two, one. Очень мало. Других боссов типа подобного плана там по 280 лям. Это чтобы больше мы фаст посмотрели. У этого петушни, так у той петушни, он, короче, который третий босс был этот, с Китра, у него было 400 мультов на 25 рейл. А у этого, блин, 150, нет. Потому что там не было фаста той фигни. Four, three, two, ударные волны. Не, здесь просто дополнительно хп по адам раскидываем. Значит, ну тут он... Еще одну. Переживешь? Бля, нахуй ты уходишь-то? Дыхание. Ударные волна. Four. One. Вес это. Стоунт. Ударные волна. Ну, кстати, если Four, ой, Джанна класть на бордюрчик около стены, они, короче, не работают. Не стою, она вообще не работает. Сара, теребахни. Ударная волна. Ну это баг. А типа просто в одной плоскости лежит эта войда. Four, three, two, а дофу. Переходка. В центр по ней всегда первый идет. Будем к лестнице открыть. Будем отходить к лестнице. Будем отходить к лестнице, уходим к лестнице. Ты на тему. Сейчас в центр уходим. То есть мы двигаемся всего по двум хуйням. Центр и лестница. Хорошо, мы вообще не двигаемся. Мы не двигаемся. И следующий мы также не двигаемся. Уже стоим. А нет, уходим в мидл. Уходим в мидл. Ага. Окей. Ну я проверил, по крайней мере. Ударные волны. Посыграем. Твоя что? Да, после этого. Four, three, two, таунти. Следующее позори. Дыхание. Four, three, two, one. Это обилки на один юз танковая идея? Да. Один. Справа портовали оба живы. Four, three, two, выбрал one. Тебя. 42. Ничего страшного, мы потом их зальем в БЛ. Эля, что там по гриппу? Бля, ебать колотить, бля, вставай к нам. Давай, после этого забрал. Давай БЛ. А, окей. Стоим спредом. Four, забрал. 3, 2, 1. Они не спредом, а стать рубками, да? Не, вначале мы стоим спред, кидаются дебафы, потом мы сбегаемся все в одну точку. А где на ком дебафы выносим? Все, бегаем. Ставьте граунд на тему. Тебя в черепашке фирм? Да. Сейчас танка. Шипок. Да не надо, все хорошо. О, фридом работает. Нет, там сейчас опять дыхание будет. Ну просто на этой фазе потестим ротацию. Вот просто не будем дамажить и просто потестим ротацию. Во-во. Да, давайте. Стоп ДПС. Не часто это толпа такая. Отошли, ну вот тут сюда дебафы идут под вот эту ауешку, которая фирит. Поэтому вот эти люди, которые а сейчас с дебафами должны вдвоем. Давай шарку ставь туда, делим. Подожди, двигайся ж. Решили. Полностью назад. А, это фрид. Фридом снимает. Убивайте босса, ладно. 4, 3, 2, 1. Это вообще изи. Фридом снимают, решифт снимают. Убегаем. Там просто когда кидался этот труд, там огромный документ. Раунд это темп. Сейчас будете... Ой, дыхание в рейд осторожно. Нормально. Сейчас будете сдавать все, что... Резните рейд, сдаем все, что есть. Ну, блядь, как бы очевидно, что кот никогда не сдает фридом, он, блядь, не может найти таргет. Дыхание.
Это, бля, никто не сомневался, бля. Ну, сейчас отключу фазу. Да, его ну, это сильно интересно. Элгенот клёвый, но он на то и предпоследний. Да. Оказалось бы, что можно придумать бас на 5 обидок. Пожалуйста. Поцелуйте, да. Ну какая разница, это же хорошо, когда мало обивок, но при этом файт прекрасный. А вот это зашифрованный текст не алоды, это вот это и дает эссенс, который уменьшает толщу, да? Да. Все, расходимся. Да ничего такого на самом деле. А что вообще тестили? Хайлайн, Инквизитор, Ксанеш? Ксанеш, это футбольчик. Четвертый.